Ученые Казахстана и Узбекистана намерены вместе работать по сохранению бассейна Аральского моря. Будет создана специальная рабочая группа, в которую намерены привлечь и иностранных специалистов. По результатам исследований принята программа, рассчитанная на 5 лет. Южная часть Аральского моря находится в Узбекистане. Со стороны Каракалпакстана в него впадает Амударья. Также в него впадает и Сырдарья, протекающая по территории нескольких стран. Эти две большие реки когда-то наполняли море, богатое рыбными ресурсами. Узбекистан намерен запустить несколько проектов по восстановлению Арала. За последние 2 года создано более 100 проектов по обеспечению чистой питьевой водой, по борьбе с последствиями высыхания Аральского моря, по преграде выноса соли, полевых бурь со дна высохшего Аральского моря и населению, и здоровью, и в целом общей деградации окружающей среды. Поэтому вот обмен вот такими программами по защите окружающей среды, по профилактике последствий и решению проблем, возникших вследствие высыхания Аральского моря, это было бы, я думаю, что огромным вкладом в обеспечение будущего этих регионов. Еще полвека назад Аральское море входило в число 4 крупнейших озер в мире. Сегодня же оно является источником экологических проблем в Центральной Азии. В нашей стране была проделана огромная работа по сохранению моря. Построили новую дамбу Кокарал. Благодаря этому постепенно повышается уровень воды в северной части Аральского моря. Оживилось рыболовство. Этот опыт теперь будут использовать для решения общей проблемы. В настоящее время мы работаем вместе над созданием группы для решения проблемы Аральского моря. Благодаря этой группе мы разработаем программы на срок до 4-5 лет, потому что это стратегическая работа. Также договорились совместно работать с зарубежными учеными. Для сохранения моря был создан специальный международный фонд. Также действует Координационный совет по межгосударственному управлению водными ресурсами в Центральной Азии. Эксперты говорят, что совместный проект «Арал» с участием Казахстана и Узбекистана не только спасет бассейн Аральского моря, но и улучшит экологическую ситуацию в регионе. Дарига Ташенова, Канат Жунусбеков, Зафар Халилов, Хабар 24 из Узбекистана.